еще одну одномерную задачу, прежде чем перейти к двумерным. На Земле есть экватор. И я утверждаю, что на экваторе, вот сейчас прямо, есть две диаметрально противоположные точки. Точки, допустим, с равной температурой. Поскольку ясное дело, что у меня никаких данных нет о том, какая сейчас там температура, тем не менее, это можно уверенно утверждать, значит, есть какая-то общая причина, почему они всегда есть. Почему всегда есть две противоположные точки, у которых одинаковая температура. Кто может объяснить? С деревом крутость пополам. Расходят две какие-нибудь диаметральные точки. В смысле, на экваторе? На экваторе, да. Расходят две диаметрально противоположные точки. Допустим, там нулевой меридиан и 180. Уж не знаю, где они будут, но... И что? Разрежем экватор пополам и выпишем. Разрежем экватор пополам, в смысле на две половинки. Вот это первая половина, да. И это вторая половина. Выпрямим первую половину в отрезок. А, ну нарисуем так как бы на карте первую половину экватора, ну вот которая от 0 до 180 градусов широты, нарисуем ее прямо вот в виде отрезка. Нарисовали. Расходим непрерывную функцию разницы в точке. На первой половине минус диаметрально противоположная точка до второй половины. Кто-нибудь понял, к чему Коля клонит? Ну, скажите, вы, народ как-то вот не понимает пока, что это мы делаем и зачем. Я знаю, к чему он клонит, но... Знаете. У меня чуть-чуть другое решение. Нет, только что, давайте тогда я немножко другое. Рассмотрим, давайте повторите еще раз. Что мы рассмотрим? Рассмотрим первую функцию. Да, какую функцию? Разница температуры в точке и противоположной ей. Значит, температура в x минус температура в противоположной x. Да? X на первой части. А x это какая-то точка вот здесь. Да. Ну или вот здесь у нас есть точка x. Вот у нее есть противоположная точка. Мы берем разницу температуры x и в противоположной точке. Что нам нужно доказать вообще-то? Что в какой-то момент существует такой x, что это равно нулю. Это ровно то и значит, что температура в точке и противоположная одинаковая. Ну, заметим, что знак температуры на концах противоположный. Ну, то есть функция в нуле противоположна по знаку функции в 180. То есть вот и вначале равняется разница значений вот в этой точке и в этой точке. А в конце она тоже равняется, но только разница наоборот в этой минус разница в этой. Да. То есть там, условно говоря, f от 0 равняется минус f от 180. Если эту функцию обозначить через f. А точки считать, ну, обозначать так по широте, по долготе. И чего? Ну, по теореме промежуточного значения будет. Вот, значит, поскольку мы верим, что температура меняется непрерывно в зависимости от x, от точки, значит, будет такой момент, когда эта температура обращается, когда эта функция обращается в ноль. Потому что в начале, ну, возможно, что она с самого начала равнялась нулю, тогда это равняется нулю. Тогда все хорошо. Но если это не так, то это там одно из них положительно, а другое. Тогда будет отрицательно. Ну или наоборот. Но так или иначе, они будут с разных сторон от нуля. И значит, будет некоторая точка, в которой вот, мы должны пересечь ноль. Так, ну что, убедительно? Убедительное объяснение? Кто считает, что это понял? Так, ну что-то не все считают, что не поняли. Мы попробуем тогда ваше альтернативное решение рассказать. Можно использовать график полярных координат? Что хотите, можно использовать, надо, чтобы народ понял, а уж что вы будете использовать, это ваше дело. Проведем такую плоскость, чтобы экватор полностью попадался в эту плоскость. Проведем такую плоскость? Чтобы экватор полностью попадался. Ну, в смысле, представим себе плоскость, да. Которая вот так вот, плоскость экватора. Ну да, ну ее, конечно, так можно только представить себе, но представили, и чего? Будем отмерять угол равный.
То есть если мы нарисуем вот что происходит в пересечении, у нас там будет что? У нас будет, значит, вот этот самый экватор. Ну там где-то будет Африка, там где-то будет Сингапур какой-нибудь. Но вот здесь будет, допустим, 0, а здесь будет 180. И чего? И отрезками. Ну и проведем график такой, который показывает зависимость температуры от точки на экваторе. Зависимость температуры? Но как мы будем рисовать этот график? Где? Прямо здесь или как? По кругу. В смысле, ну, значит, как потом? Мы возьмем такой график, но у нас вместо прямой у нас будет такой вот, значит, как бы вот так. Вот так он будет, значит, как-то. Будем так, что ли, отмечать? Он сказал, функция в полярных координатах. Рисовать вот такую штучку. Да. То есть это означает, если там температура там 20 градусов, то мы отложим там 20 сюда, но считаем, что не дойдет до крупного центра, мы не будем уж так откладывать. От мелкие возьмем деления, чтобы она не попала. Значит, будет какая-то такая штука. Ну ладно. И чего? Вот как такая там температура. Вот допустим. На экваторе обычно жарко, поэтому она, скорее всего, должна быть положительной все время. И чего? Отразим ее по греческому меридиану. Отразим, то есть повернем эту картинку на 180 градусов. Нет, то есть вот правый край идет к нам, а левый от нас, то есть доску. Сейчас, то есть сделаем такую симметрию? Да. Ну, сделала симметрию, чего? Она пересечет сам себя. И даже понятно, где она пересечет точку греческого меридиана. Только что это даст? Но действительно, в точке глиночного меридиана она будет так сама будет. Ну, это как бы вся симметрия, ну как, если мы вот так повернем. Это 0 на 180 градусов. Что? 0 на 180 градусов. Повернем на 180 градусов. Тогда то, что раньше было на глиночном меридиане, будет вот здесь. Да. И чего? Она пересечет саму себя, это точно. Значит, кривая пересечет саму себя. И на самом деле вот это пересечение то, что нам и нужно. Да. Потому что это значит, что. Эти реальные эти точки соответствуют двум противоположным точкам. Одна на обычной кривой, а другая на повернутой. Но почему она пересечет сама себя? Что? Возьмем наименьшую температуру и наибольшую. Они окажутся диаметрально противоположными. Почему? Наименьшие и наибольшие будут в диаметрально противоположных точках? Нет. Это ни с чего не связано. Возьмем наименьшую температуру. Возьмем наименьшую температуру. Развернем на 180 градусов. Наименьшая. Значит, ну, она будет наименьшая вот для второй кривой, но для первой кривой она уже будет не наименьшая, а будет больше. Значит, она будет где-то больше. И чего? Да, ну скажите, чего? У меня есть другая идея, что если мы возьмем... Сейчас, ну, может быть, все-таки можем это закончить как-то? А это я не могу закончить. Я думаю, если правы. Давайте я закончу. Можно подойти? Ну, конечно, можно. Давайте нарисуем. Да. Первая окружность, которая... Это не окружность, а кривая. Да, которая равняется максимальной температуре. То есть вы рисуете окружность, которая была бы, если здесь температура была одинаковой и максимальной. Да. То есть получается такое кольцо, но мы уже столько всего нарисовали, что запутаешься. Значит, мы нарисуем, как бы, ну, вот у нас максимальная температура какая-то. Есть какая-то минимальная температура на окружность. И чего? Ну, функция должна первая красиво. Она должна быть где-то минимальна. Да, и где-то максимально. Вот она как где-то минимальна, потом она там должна дойти до максимальной, может быть, даже несколько раз, и вернуться к минимальной. И чего? Когда мы поворачиваем на 180 градусов. Когда мы поворачиваем на 180 градусов, то что? Это минимальная? Она перейдет вот сюда. Да. Как можно завершить? Вот у нас она уже не будет минимальной. Потому что здесь температура уже. Ну, если она равна в точке, то тоже минимальная, это все докажет. Поэтому здесь температура, в принципе, будет больше. Здесь такой корпус получается. Ниже которого мы уже не будем. Ну, горб-горбом, так нет, все-таки лучше бы сказать мало какие там, как она себя ведет. Что можно сказать? Что вот мы как бы. Идя сюда, мы с этой кривой, эта кривая, мы опускаемся, поднимаемся, но так или иначе, здесь температура будет выше. А если мы повернем на 180 градусов, то наоборот, начинаем мы с минимальной температуры,
потом кончаем более высокое. Значит, в некоторый момент они совпадают. Стало яснее или не особенно? Не особенно. Так, ну может вы тогда скажете что-нибудь, чтобы... Мы возьмем некую точку пикс, ну и температуру вниз. На экваторе. На экваторе, да. Возьмем, ну при этом стоит говорить о том, что мы сначала возьмем точку Т, ну назовем ее Т1, в которой наибольшая температура по всему экватору. Возьмем самую жаркую точку. Значит, Т1. Эту картинку даже можно уже перерисовать. Возьмем просто самую жаркую точку экватора. Т1. Вот это Т1. Прекрасно. А теперь возьмем самую холодную точку экватора Т2. Самую холодную точку экватора Т2. Она может быть как-то не, ну, неизвестно, как это расположено. А теперь возьмем некую точку Х. Ну, еще некоторую точку Х. Ну, это уже очень много точек, за которыми надо следить. Если вычесть температуру из температуры точки Х, вычесть температуру в точке Т1, то она будет, то разница в этой разнице, она будет меньше нуля. Если же из температуры в точке Х. Точка Х. Да. Температура, она должна быть меньше, чем максимальная температура, и больше, чем минимальная. Давайте тогда прямо напишем макс, чтобы не путать минимум. Хорошо. Ну, и так как, ну, разница между температурой в точке X и температурой в точке, ну, максимальной будет меньше нуля, а разница между температурой в точке X и точке с минимальной температурой будет больше нуля. Да-да-да, нет, это я поэтому так, так, так как температуру мы говорили, что температура меняется непрерывно, то будет точка, в которой, если вычесть температуру этой точки с температурой точки X, то будет ноль. В смысле, это и будет точка X? Я что-то не понял. А. Нет, ну, конечно, в точке X. Нам надо доказать, что бывает так, что T от X равняется T от противоположного. Вот какая проблема у нас имеется. Так, ну хорошо, поднимите еще раз руку, кто считает, что хотя бы одно из этих решений понимает. Еще одно решение. Еще одно решение. Ну давайте еще одно решение. На оси абсцисс, которого откладываем градус. На оси абсцисс откладываем градус широты или долготы? Или крепости? Нет. Долготы. В общем, по экватору. По экватору. Значит, эти градусы, они меняются от 0 до 180, ну, в принципе, обычно говорят, что начинается там какое-то там другое полушарие, но можно продолжить до 360, чтобы сделать полный оборот. Да. Да. Дальше рисуем какую-нибудь прямую, которая символизирует изменение температуры на экваторе. Только не прямую, а откладываем температуру. Вот она как-то колеблется. Прямую линию. Что? График. Ну, рисуем график, но он не обязательно прямой. Конец графика должен быть на той же схеме. Да, естественно, что вот эта точка и эта точка, это одна и та же точка на гринвичском меридиане, и, соответственно, ну, температура там какая-то одна и та же, да. Теперь делим этот график там, где 180 градусов. Делим график там, где 180 градусов. Разделим. И переносим часть от 180 до 360. Переносим вот эту часть, переносим сюда же. Ну, это, конечно, сложно сделать, но давайте я постараюсь как-то перенести. Да. У них будет пересечение. У них будет пересечение. Почему у них будет пересечение? Потому что либо они будут пересекаться на нуле или на 180, потому что график замкнут. Нет, надо сказать, вот что это за точки и как они связаны с этими двумя точками. Это на самом деле та самая точка, которую мы перенесли сюда. Поэтому вот эта точка и эта точка на одной и той же высоте. Это так сразу из графика надо заметить. И эта точка и эта точка на одной и той же высоте, потому что это просто снесенная сюда эта точка. Значит, эти две точки меняются местами. Да. И поэтому, говорите вы? Поэтому график, который у одного графика начало верхней точки, конец нижней. Начало выше. В начале один график выше, а в конце другой график выше. Значит, есть такой момент, когда они пересекаются. Тогда мы от этой точки пересечения измеряем расстояние от нуля и обнаружим, что оно одинаковое как для графика от нуля до 180, так и для графика. Да, это как бы одна и та же температура на двух графиках, но на втором графике он же у нас был смещенный. Значит, это график, а то же самое относительно. Вот это сдвинуто на 180 градусов. То есть это расстояние в градусах будет 180. То есть 180 в диаметре. Да. То есть реально вот на исходном графике эти две точки противоположны. Ну так, как с альпинистом. Так, ну хорошо. Да, это ровно то же самое, как с альпинистом.